О том, что на дороге случилось чрезвычайное происшествие, было видно издалека. На дороге образовалась автомобильная пробка, движение перекрывали сотрудники дорожной полиции. Посреди улицы в окружении многочисленных зевак пожарные тушили дымящийся таксомотор Volkswagen Passat со станинскими номерами. Дым шел из-под капота, но к нему подобраться было сложно из-за искореженного металла. Пожарные попытались залить водой подкапотное пространство из-под машины из салона, но температура была столь высокой, что внутри автомобиля частью поплавилась, а частью выгорела панель. А когда удалось открыть капот, то стало видно, что и внутри моторного отсека от температуры поплавился весь пластик и сгорел аккумулятор. На пульт 101 поступил сигнал о возгорании автомашины по улице Желтоксан около часа дня. По прибытию на место было видно, что горит автомашина Volkswagen. За несколько минут мы потушили пожар. Похоже, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки автомобиля. Пострадавших нет. К счастью, водителю автомобиля удалось выскочить из машины сразу после того, как началось возгорание. Если что-то, что можно лапы давать? Я испугался, и поэтому сразу выскочил и отошел. Кто-то из водителей попытался тушить возгорание огнетушителем, но этого было недостаточно. Впрочем, повезло хотя бы потому, что машина не взорвалась и частично уцелела. Сергей Павленко, Бахадыр Тажибаев, Платон Леденев, информационная служба телекомпании ОТРАР.